Следующие друзья, ночь добрая, уже кое-где и светает. Финала Бразилия-Чили, Уругвай-Колумбия. Огромное количество голов по три забили соперники. И Парагвай. И Месси со штрафного, которая и стала. И мы надеемся, что эта арена как раз снова подарит поле, потому что Эквадор за счет настроя, за счет желания. Больше игроков, на которых он может опереться. Пожалуй, это главный итог группы. Инкапи, 17-й Анхело Пресиа. С колонии. Была по большому счету конкуренция за место левого Мойс Пресиада, который играет в полузащите. Сегодня из-за травмы, игрок, который все-таки выступает уже в Европе, не первый заход. Все равно матчи группового этапа. Так что сам по себе 1-0 намного у нее получалось. И, скажем, игра с Боливией в последнем... Почти 10 лет назад он ехал в Эквадор, выступает там, и вот за это время еще и... Как вот сказал мой коллега, действительно списывает со счетов эту команду даже бойцы. Они привыкли к статусу аутсайдера и... ...испытает первую главу, розыгрыш главу, подача в штрафную площадку. ...правой линии он все-таки возвращается к Аргентине, но лишь... Не пропустила Аргентина. 12 мячей забиты, 2 пропущено. Аргентина в 2021-м атакует с правого фланга. И опять... На многим болельщикам зрелищной игры, но ведь всего лишь 2 мяча. Но отметим, что на нынешней копе Аргентины... Когда скидывал мяч головой, нацеленно, туда ему на ход. Так что он в большом порядке. Эквадор, может быть, пока и не собирает. Скорее всего, место в стартовом составе – это дело времени. Подача углового. Играют в футбол и разыгрывают очередной трофей, до которого уже... Точную передачу. Но вот перехват от Лео Месси. Туда уже сам Энер Валенси пытается в лицевую уйти. И получается... С близкого расстояния эквадорцы выиграли 3 эпизода подряд на втором этапе. Но Брамер не очень здоровым был перед этим турниром. Такая отличная ошибка. Атака. Обуславливается его положением на поле. Вновь и вновь нам показывают манки. Эквадор может по-разному сыграть в атаке. И как мы видели, от матча к матчу там схема менялась. То в 2 нападающих. Вернемся к этому Месси. Позже. Удар. Еще рикошет. Еще в руку, да. И в любом случае сейчас игра была остановлена. По видео можно ознакомиться в YouTube. Смотри. Его и несколькими резкими движениями успокоил. Все. Необходимо ограничить эти случаи. Удар. Мяч слетел с ноги. Изначально планировал нечто иное. 6-й номер. Все равно Галинус бы это дело контролировал. Эрнан Песеля, центральный за... Это область там, будь то Боливия, Ла-Пас или... Углом, правда, уже наносил удар поворотом. Было тяжело. Вот здесь как раз выиграл голкипера. Я имею в виду Лаутаро Мартин. С осени прошлого года. Она абсолютно здесь. И выход 1-1. Месси. Удар дальний. Его поставить Густаво Альфаро, как одного из самых надежных центральных полузащитников. Иногда теряешь просто голову, да? Тем более, когда игровой практики у тебя... Да, вот еще это Груэза был. Дикая ошибка. Карлос Груэза. Но он не играл как раз в групповом турнире. И Мена с мячом под левую ногу. Пас назад на линию штрафной. Какую? Ну и посмотри, да, мяч не опустился на газон. Я посчитал, что все в рамках правил. Аргентинцы посчитали...